Как-то раз некий хайский армянский художник решил удивить публику и нарисовать мужественное лицо очередного мифического армянского царя или короля, а может и императора, черт его разберет. Выдуманного персонажа автор назвал Хованесом Исакханяном. Но как и свои предки, а также потомки, армянский художник пернул в лужу. Потому что картина эта уже до него была написана неизвестным художником, а он его тупо скопировал. А теперь догадайтесь, кто был изображен на оригинале картины. Султан государства сельджуков Аль-Парслан. В репортаже из музея в Шуше, которая была снята до войны, армяне рассказывают, что Аванес построил Шушинскую крепость в 18 веке, защищаясь от монголов. Блять. Какого черта? Далее идет рассказ о армянских меликах-ханах. Представляете? Армянские ханы, блять. В составе Ирана. А еще про армянские древние инструменты, такие как кеманча. Армяне. Вы хоть понимаете, что означает слово кеманча? Я все понимаю. Что это можно рассказывать необразованным товарищам? Они вас съедят, если услышат другую неармянскую версию. Но ведь передача перед выпуском проходит определенные слои руководства. Как так можно? Неужели нет людей, немного разбирающихся в истории? Неужели вы готовы обманывать сами себя до конца вашей несчастной жизни? Эти вещи были найдены рядом с водопадом Зонтики, 14-17 век. Монгольский наконечник стрелы. Монголы часто нападали на Арцах, и для защиты Аванес Исаханян построил крепость Шуши. В 18 веке Арцах был в составе Ирана. Было 5 ханств. Это армянские и персидские мелики, ханы. Кеманча, саз, тар. Саз, это да, Саят Новый играл? Кеманча. А, кеманча. Наши.